Значит так, я сейчас пишу барабаны, после того, как я их записываю. Слушай, Коля, это будет смотреть твоя мама. Сейчас я на студии записываю барабанные установки. Ребята, продолжайте помогать нам средствами, потому что нам нужно профессиональное звукосведение и мастеринг. А установкой я буду хорошо-хорошо писать сегодня. Мама, привет, передаю тебе. Юля, смотри, такса. Нора, ты пришла! Нора! Привет! Привет, Нюрочка, ты такая хорошая, ты такая... Дай тебе бушку, да. Все по фэншую. Ну, а где расписание? Сказали писать уже. Коля, Коля отправляет смс-ку. Базбочки, дай тропу. Ты волнуешься? Юленька. Да. Подай чемодан серый. Весь? Да, весь. Столько песен мы сегодня пишем. Сотовый барабан. 63. Значит... Замечательно. Виктори, это значит Виктори. О, щит. Полицейская кликуха будет. Вертолет. Нормал? Нормал? Есть? Ну, дай-ка малый. Малый дай послушать. Как движется запись? Списали одну песню за 2 часа. Еще 9. Там нормально все будет. К завтра мы освободимся. А почему вы решили так все в один денек? А что мы больные? Папы и мамы, счастливые лица, здорово было бы там сохраниться, здорово было бы. Чё? Записали. Чё записали? Альбом. Да ну. Полностью. Ну, не, я бы вокал добавил. 5 на 2, 10 треков. Коль, ты живой? Да. Честно, я не знаю, зачем. Югославские Андрей. Песни. Приехал, да? Значит, список я тебе кидал или нет? Испортил атмосферу рабочую просто. Ты приехал, я могу тебе еще докинуть что-нибудь, да? И где он? Вы видели юмор? Вот. Следующая тема. Запись. Все, ты какой палец ржаешь. Молодежной станции метро. Все, давай. Ржака, да?